На Малаховском озере также прошли крещенские купания. Жители округа окунались до глубокой ночи, поодиночке и целыми семьями. Порой у купели образовывалась очередь, и Иордань красиво оформили. Территорию обнесли елочными ветками, а снег для удобства купающихся выстелили сеном. Установили фигуры ангелов. С праздником крещения люберчан поздравил председатель Совета депутатов Владимир Ружицкий. Безопасность обеспечивали сотрудники Росгвардии, Мособлпошспаса и МЧС. Последние были экипированы на случай непредвиденных ситуаций и даже приготовили спасательный круг. Многие верующие решили окунуться в первый раз. Первый раз попробовал. Ну, захотелось. Здорово, все отлично. Давно уже не купался, ощущение отличное. Очень красиво здесь, круто все подготовили. Очень приятно в таком месте находиться. Всех хочу поздравить с праздником. Отлично. В прошлом году тоже купался.